И свою позицию не укрепил вообще. Моя позиция, Абсолютно. мне не стыдно общаться на своем языке, а тебе стыдно. А, и что? Ну ничего, Не, ну... это слабость. Я считаю, это вернее не так. Давай не так. Давай без оценочных суждений, безоценочных. Ты обоснуй это, обоснуй. Давай. Обоснуй. Давай. Что да? Что да? Ты обоснуй. Ты уже три. Я ж... Давай, четвертый раз скажи обоснуй и не давай мне сказать. Кто сыкло? Я сыкло. Да. Какого хуя? Не, ну не сыкло, извини. А то тут закроют, знаешь, черное поставят. Не, я не сыкло, там. Ну, ты ж мне тоже не лицо показал сразу. Я тебе кореша показал. Это мой кореш Йорик. Ерик. Бедный Йорик. Ты Гамлета читал вообще-то? Гамлета не читал. А, Шекспира? Не, ну, далекий. Да, это не мое. Я понял. Ну, надо хоть как-то просвещаться или как, ну, я хуй его знает. Хорошо. А хоть, ну, хоть нашего Булгакова читал? Мастер и Маргарита, то, что мне не понравилось, не мое. Почему? Ну, там Маслица, фигня всякая. Ну, не понравилось. Я читал Шрёдингер. Ну, то, что Аннушка разлила Ну, там да. Вот мне не понравилось. это глупо. Нет, это не про масло. И то есть, ну, Не про да. масло? Нет, конечно. Понятно. Слушай, а что ты на русском общаешься? Мне интересно. Просто. Потому что я так люблю и умею, и общаюсь так сроду и что-то такого. На украинском не умеешь, да? Жалко. А тебе надо, чтобы я с тобой по-украинскому пообщался или как? Ну, Или ты умеешь по-украинскому? в принципе, я ищу хоть одного украинца, который бы в чат-рулетке общался на украинском. И что тебе это даст? Ну, просто для коллекции хочу записать, а вот, ну, нету. Не, ну если хочешь, я могу с тобой пообщаться. Ну вот о чем мы с тобой будем общаться, если ты вот так вот, ну, да, задвигаешь. Ну. Как задвигаю? Я ничего не задвигал. Это, по-моему, простые вопросы, а ты заводишься, показывая тем свою слабость. Почему слабость? Ну, ты стесняешься языка, это слабо. Ты говоришь со мной не на своем языке, это слабость. А, у меня два родных языка, один русский, второй украинский, потому что, во-первых, я родился в Советском Союзе, и российский язык это, для меня это второй язык, который мой родной. Вот. Ну, Ты даже что ты... ударение неправильно ставишь. А, мне похуй. Ну понятно, да, Рагуль, я знаю. Рагулям всем похуй. Понятно. О, слушай, ты меня начал оскорблять, походу, да? Я просто тебе сделал замечание, точнее, не замечание, извини. Я подметил, что ты даже на прекрасном русском языке, который ты якобы знаешь, неправильно ставишь ударение. Хорошо, Больше давай. ничего. Ну, Рагуль, да, это оскорбление. Рагуль, согласен, это оскорбление. Я прошу прощения. Вырвалось. Потому что я ж вроде тебе ничего не говорил, как Да, бы, ну, то есть. пока не говорил, ну, ты еле сдерживаешься, я понимаю. Ты не можешь вести дискуссию, не скатываясь на ругню. Ты еле сдерживаешься. Ну, тебя надолго не хватит в спокойном. Ну, не скажу вежливом, доброжелательном, но в спокойном тоне вести дискуссию, у тебя сил нет, ты слабый. Почему слабый, мне в принципе понятно, ну, точнее, я догадываюсь, не то, что понятно. Объясни, объясни, вот почему так? Ну, это комплекс малороса, хохла. Ты переходишь сразу на язык своего хозяина. Точнее, ты на нем не то, что переходишь, ты на нем общаешься, ты на нем думаешь, живешь там. А своего родного, якобы родного языка, ну, стесняешься, что ли.
Это слабость. Ты слабый человек. Вот как ты задвинул. Да. Ни хера себе. Ну, ты со мной согласен? Нет. Аргументируй, мне интересно будет послушать для коллег. Хорошо. Давай изначально, вот Давай, давай, согласен. давай первые твои слова, я тебе сразу отвечу как бы ответом. Давай, ну, первые мои слова какие? В том, что ты слабый? Нет. Хотя, не, это уже позже было. Давай Слушай, до этого. я столько много сказал, что я не помню, что у тебя в голове зафиксировано. Ну, Ну так почему ты так много говоришь и ничего не помнишь то, что ты говоришь? И это уже говорит, что ты именно как бы немного слабый человек, потому что ты слабо мыслишь, у тебя мысли не запоминаются твои, то, что ты сказал вообще и что ты сделал. Это нелогично. Я сказал, основное, давай. Это логично, дядька. Хорошо, для тебя логично, я понял. Ты Основное. забываешь то, что ты говоришь Да, ты это уже. буквально 3 минуты назад. Ты уже это сказал. Ты еще раз повторишь? Я подожду. Ну, если тебе надо, я тебе еще раз повторю. Может, ты уже Не надо. Ты не пытаясь знаю. укрепить свою позицию, это уже 2 раза повторил. Но ты свою позицию не укрепил вообще. Моя позиция, Абсолютно мне не стыдно общаться на своем языке, а тебе стыдно. нет. И что? Ну ничего, Не, ну. это слабость. Я считаю, это вернее не так, давай не так. Давай без оценочных суждений, безоценочных. Ты обоснуй это, обоснуй. Давай. Обоснуй. Давай. Что да? Что да? Ты обоснуй. Ты уже три. Я ж... Давай, 4-й раз скажи обоснуй и не давай мне сказать. Давай, ты уже все разы сказал обоснуй. Но я могу обосновывать. Попробуй. Смотри, я считаю, что человек, который сразу общается с представителем противника, агрессора на его языке зачем-то, таким образом показывает свою слабость по отношению к противнику, агрессору и врагу. Вот это самое главное, что я хотел сказать. Во-первых, смотри, я не считаю Россию противником-агрессором, вот, и так дальше. Вот. Ну Ну, что, тогда логично, тогда я рад, тогда. считаю Россию страной, братом и так дальше. Несмотря на вот это все политическое состояние и так дальше, и вот это Петю, и всю вот эту пидоросню, Ну, которая ты сейчас тоже платит. считаешь, что в принципе, ну, людям делить нечего. Ты согласен с этим? Да. Слушай дальше. Вот. И я не разделяю там вот. Ты вот россиянин, ты значит там москаль, а я значит буду хохлом, да? Вот Ну, так вот. Я тогда я. этого не разделяю, понимаешь? Спасибо, спасибо. Тогда Мы понятно. все люди, мы все братья, тем более мы славяне все, если Понятно, что. понятно. Вот. Ну, тогда понятно. Просто я тебе скажу, брат, честно, я на украинском чат-рулетке нарываюсь, ну, на такую агрессию, не могу даже. Ну, ты. Кроме слова «рагуль», за которое я извинился, прямо уж от меня агрессию какую-то услышал? Ну, нет, я не был к тебе агрессивен. Я тоже считаю наши Хотя народы. при слове «рагуль» я мог бы на тебя обрушить кучу агрессии, как бы Ну, туда-сюда, мать и так далее. я провоцировал. И, в принципе, рад, что ты сдержался там. Ну, да. Да. Да, хорошо. Ты же понимаешь, что я тебя записываю, надеюсь. Мне все равно. Ты не боишься? Хочешь? Ты не боишься так честно высказывать свое мнение? Ну, Нет, конечно. я могу выложить? Ну, Конечно, может. спасибо, спасибо, друг. Я тебе дам. Я могу посмотреть вот это Да, вот. я сейчас дам. Скинь ссылку там, пропиши. Напишу, пишу, пишу. Нестор. Нестор Воля, от я записую таких рагулів і падлюк, як ти,
викладаєш, щоб інші українці знали, що з себе представляє оця бедлота недорізана, котрого ворога нашого вважає другом, братом і усяким таким. Отакі бевзі, як ти, ви позор української нації, бля. Совок ви недорізаний там. Совок недорізаний, ти розумієш, да? Іди голосуй за свого Зеленського, одівай вишиванку, блін, і кричи «Слава Україні, смерть ворогам!» Падло ти недорізана, братський народ. Який тобі він братський народ, росіянин? Чувак. Блять, от ти падло, да? От ти падло. Звісно, я такий, бать. Добре, дякую, я все, що хотів, записав. Від тебе отримав дозвіл на виклад, і як би ти вже не жалувався на YouTube, це вже не подія. Дякую, до побачення. Мені... Все, давай тобі. Я знаю, що тобі похуй. Я знаю. І всього, єбать. Я ж кажу... Та ти долбоньов, нахуй. Я ж кажу, Рагуль. Стільки Рагулів. Привет, дядя. Привет, Рагуль. Такси! Привет. Ты не взял такси! Ты не взял такси! А, ты не взял такси!